Воспитанники детской школы искусств района Карачаева готовятся сразу к нескольким серьезным выступлениям. Дуэт баянистов выйдет на сцену международного конкурса «Уральские самоцветы» в Нижней Туре. А аккордеонисты постараются покорить жюри регионального конкурса «Кубок Ямала» в Ноябрьске. Пока оба ансамбля осваивают новые произведения и оттачивают давно заученные. На одной из репетиций побывала наша съемочная группа. Обо всем подробнее прямо сейчас. Егор Андрюков и Ренат Киямов играют вместе всего лишь второй год, но за это время творческий дуэт успел доказать свою состоятельность. В их творческом портфолио несколько престижных наград. Победы вдохновляют. Музыканты с удвоенной силой работают над новым репертуаром, умением слушать и слышать друг друга. Сейчас баянная школа на высоком уровне. На самом деле, вот на два конкурса съездили и видели, что наш уровень, в принципе, он хороший, но есть и лучше. Есть уровень и выше. Оба осваивают инструмент уже четвертый год. Оба благодарны родителям за то, что те помогли выбрать баян. Успехами музыкантов доволен даже взыскательный и требовательный педагог. Вот только сами инструменталисты по-прежнему с большим трепетом и волнением выходят на сцену к зрителю и также играют перед строгим жюри. На международном конкурсе в Нижней Туре им предстоит показать весь свой профессионализм. Сложно? Страшно? Вообще, да, какие нам чувства? Страшно. Ну вот мы производим, что сейчас вот не сможем сыграть, и производится в голове такое, то что они нас не смогут так зауважать. Антон Шуваев и Кирилл Стадников занимаются музыкой с 5 лет. Вместе играют чуть меньше 2 лет. Пока своим творчеством радуют школьных друзей и жителей района. Но успехи дуэта позволяют строить более серьезные планы. Антон и Кирилл готовятся к региональному конкурсу ансамблей, который совсем скоро пройдет в Ноябрьске. Им ансамбль нравится. Ансамбль даже больше их вдохновляет, сказала бы, чем специальность. Они любят ансамблем заниматься. Вот, ну, немножко сначала, конечно, было тяжеловато, пока сыгрывались, слушали друг друга, но сейчас как-то более успешно работа пошла. Объединить музыкантов в дуэт оказалось несложно, говорит педагог. Ребята искренне любят аккордеон и с удовольствием посвящают ему все свободное время. Кирилл, младший из участников ансамбля, с гордостью рассказывает о том, как на его обучении в музыкальной школе когда-то настоял дедушка, и как мама все 4 года учебы вместе с сыном штурмует музыкальную грамоту и осваивает новый репертуар. Иногда мама бывает садится со мной, ну, когда там мне надо что-то выучить, она берет, садится со мной, и мы с ней учим вместе. Ясно. То есть мама тоже уже музыкальное образование получает. Ну, а дед-то ты его хоть раз порадовал своей игрой? Конечно, мы почти... Как только я выучил произведение наизусть, мы записываем все это на телефон, потом отправляем дедушке. И что он говорит? Ну, только восхищается. Удивить своим талантом профессиональное жюри будет непросто. Музыканты отлично понимают, что для этого им предстоит немало поработать. Наталья Худяева, Татьяна Стафеева, Богдан Жиделев, служба новостей «Импульс».